Стоматология нового формата. В Кирове закончился ремонт в областной стоматологической поликлинике на Карла Либкнехта 92. Кроме этого медучреждения, в этом году будут обновлены и другие в рамках новой федеральной программы. Подробнее об этом, а также о том, что изменилось в поликлинике, расскажет Елена Шарыгина. Отремонтированный парадный вход, новое оборудованный гардероб и электронное информационное табло. Раньше эта стоматологическая поликлиника была обычным медучреждением старого еще советского формата. А сейчас это современная стоматология. Как преобразилось учреждение, сегодня оценил губернатор Игорь Васильев. Увиденным остался доволен и добавил, в такую поликлинику идти не страшно. Когда сделан хороший ремонт, приобретено качественное оборудование. И то, что это происходит в таких хороших условиях, и оснащено тоже современными информационными системами и безбарьерной регистратурой, и создан колл-центр. Все это позволяет экономить время пациента, не дать, знаете, вот так в очереди, так сказать, сидеть. Но не только поможет сэкономить время пациентам новая поликлиника. Здесь люди смогут получить полноценное медицинское обслуживание на новом оборудовании. Кстати, эта стоматология была отремонтирована и оснащена в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Но уже сейчас в Кировской области начнет действовать другая программа. И в этом году все, что уже создается, благодаря тому, что мы создали некую основу для разработки этой национальной программы, которая была принята правительством Российской Федерации, теперь называется «Национальная программа по созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Теперь мы будем работать в рамках этой национальной программы, продолжим и ремонтировать, и оснащать, и открывать, и совершенствовать. Также Дмитрий Курдюмов добавил, новый проект коснется разных медицинских учреждений, например, женских консультаций, детских отделений и стационаров. Елена Шарыгина, Александр Марченко, Бюро новостей «Давеча».